Всем приятной жизни. Это шашлык, и мы продолжаем играть в XCOM Enemy Unknown. Слушайте, эта штука забежала вот сюда. Просто, ну как? Ну, стреляй, короче, в этот дом. Ломай тут нафиг. О, а их там трое. А вот и тяжелые с плазмерами. Слушайте, а еще у нас ракетчик есть? Только один. Очень жаль. Так, 41%, 23%, 19%. Ну да, 41% мелкого убери. Красава. Так, окей. Теперь работа для снайпера. 85. А, ну ты как раз одного можешь убрать. Красава. Так, а вот доктора мы, пожалуй, переведем сюда. Доктор каким-то чудом может там стрелять. И вот этого доктора мы, пожалуй, переведем сюда. Группа захвата пошла. Хе-хе. Так, ты из чего стреляешь-то? Ну, не убей. Блин. Все задачи выполнены. Ну, сори, крит, кританул, не захватили. В принципе, у нас тяжелых плазмеров уже достаточно. Мы их парочку захватывали, нам больше не надо. Если что, можем еще сделать. Спутники у нас везде висят. Все здорово. Закончить операцию без потерь? Вот это я понимаю. Так, Кэп. Мастер ближнего боя, да, вот мастер ближнего боя надо. О, так у тебя двойного выстрела не было. Теперь он у тебя появился, теперь ты тоже полкан. Замечательно. 28 фрагментов оружия. До связи. Паника командир. Возросла, это ерунда. Так, инженерное дело, оружие, техника, броня. О, титановую броню, мы можем еще одну сделать. Давайте сделаем. Замечательно. Тут управление. О, что это построили? Чё, или... Что вы сделали? Вырубай! Ничего не трогать! Похоже, это то, что нам нужно. Он рвет сам себя! Выключите его скорее! Он всю базу уничтожит! Нет! Подождите! Петрас, просто поверьте мне. Что он делает? Он работает. Сэр! Пришли данные гиперволнового модуля. Опа! А, говнюка спалили. Риск себя оправдал, но мы рисковали жизнью многих людей только ради любопытства доктора. Я уверена, игра стоит свеч. Если не будем рисковать, ничего нового не узнаем. Так, ну плазма пушкой, конечно. Блин, а там же есть, короче, у нас неповреждающие эти. Ну ладно, у меня пока денег не хватает. К бою готов. Ну, плазма пушка... Блин, ну давайте ракетами лавина теперь. Хотя ракеты лавина это, конечно, трэш. Объект потерян. Слушайте, а чё за хрень? Получено сообщение. Превосходная работа.
Совет рад видеть, что мы не зря вкладываем силы и средства. Упущен один корабль, этот офигеть. Проект полностью оправдывает все наши ожидания. Ранг Б. Мы надеемся, что ваши успехи — это первый шаг к окончательной победе. Так, ладно, инженерный отдел. Первых литейный цех. Не забывайте, мы видим все. Так, ну пистолеты, плазма, это все лабуда. Так, оружие и техника. Что у нас по самолетам? А, так у нас есть громобой. А, недостаточно мест в ангаре. Подождите. Ангар, список кораблей. Списать. Так, вот те, что с ракетами лавина, списать. 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 Так, а теперь инженерный отдел. Оружие и техника. Блин, ладно, отправить заказ 4-3 громобоя. А сколько он списываться-то будет? Строительство громобоя. А, так мне надо... Ладно, ремонт 2 дня, мы его потом переведем. Рада, что вы не забываете научный отдел, шеф. Я уже... Шеф, вы только посмотрите. Мы только что засекли новый крупный объект. Судя по сигнатуре, он очень мощный и заряжен под завязку. Этот гад наверняка очень опасен. Фак! Фак! У меня нет перехватчиков, потому что те строятся. Если игнорировать неопознанные объекты, можно потерять всю систему спутников. Плазмопушка, ну давай. Систему спутников мы терять не будем. Открываю огонь. Объект потерян. Да твою мать! Нет, слушайте, это говно какое-то. Хотя нет. Объект. Плазмопушка, но он не сбивает. Нам нужны эти перехватчики блатные. Атакую. Объект потерян. Блин, инженерный отдел, блин. 4 дня до громобоя. Так, ангар, список кораблей. Перевести сюда. Да не постройки, а оружие и техника. Еще один громобой произвести. Отправить заказ. Так, 4 дня будет еще. Ну, нормально. Блин, чувствую, нам этот звездюлей вставит. Двадцать внеземных. Да держите свои сплавы. Так, громобой, 1 день. Чё у нас в ангаре-то? До завершения 1 день, блин. А, ну тут мы рейнджером можем обойтись. Ой, мазафака! Штурмовик, изменить оснащение. Блин, дайте мне 2 титановых брони. Это-то вы можете сделать быстро. Оружие и техника. Блин, все так хорошо шло? Давайте 4. Или ладно, 3. Или ладно, 2. Отправить заказ. Так, казарма. Бойцы. Ой, нет, не бойцы.
Да блин. Как мне в этот центр управления? Пришельцы его ради выслать рейнджер. Так. Что у нас по этим? Снайпер. Сколько снайперов? Один? Два саппорта. Штурмовика убираем вот этого. Одного. И снайпера мне, пожалуйста, сюда. Так, только оснащение тебе. Давай тоже титановую броню. И тебе штурмовик, точнее саппорт, тоже титановую броньку. Все, все в титановой броне. Хоть это радует. Начать операцию. Блин, ну конечно, громобои подвели. Подвели под монастырь нас. Громобои. А их же еще оснащать чем-то? Садимся. Начать операцию. Франция ждет нашей помощи, это срочно. Пришельцы атаковали крупный город. Так, нейтрализовать всех противников и свести потери к минимуму. Замечательно. Центр. Рейнджер вышел на точку. Штурм один к бою готов. Жду приказа на выброску. Подтверждаю, рейнджер. Можете начинать атаку. Огонь вести осторожно. Внизу гражданские. Повторяю. В зоне операции гражданские. Видеть бы их еще. Ты охренеть, ты стоишь, конечно. Так, ну я гражданских так-то вижу. В принципе, у меня все в титановой броне. Все в порядке, иди. Должны. Они сдвигаются! Пора убивать. Так, стрельба на бегу. Давай из этой точки хотя бы дрона убьешь. О, 59%, 44%. А может, ты жахнешь этого? Мимо, раз. 7 всего лишь. Слабо, снайперы не кроете? Так, доктор, доктор, доктор. Фак! Именно вот этих надо было засветить. И они именно зашли. Не, ну это бред. Это бред. И снайперы ни хрена не видят. Так, загрузить игру. И я же не сохранился, да? Да, у меня автосейв только лишь. Ой, блин, а? Тупорылость какая. Центр управления. Так, пришельцы в городе. Выслать рейнджер. Все хоть одеты у меня. Нет, это еще и... Кстати, штурмовик, слушай. Да уйди ты. Да уйди ты, блин! Какой штурмовик у нас был? Уйди в жопу. Какой из штурмовиков был, блин, эта тёлка? Может, вот это? Нет, оснащение. Я у тебя хочу эту. Сколько она дымаги? 9.13, а плазмер 7.10. Так вот, я у тебя ее хочу забрать. Панцирная броня. Да. И убрать тебя. А снайпера тут посадить. Нет, оснащение. Титановая броня. Так, изменить. Оснащение. Титановая броня. Так, а вот это вот штурмовик изменить. Оснащение не плазмера, а пушку из неземных. Так, все здорово. Два снайпера, два тяжелых... А, поддержка и тяжелый пехотинец. У тебя же тяжелый плазмер, да? Два снайпера, две поддержки, тяжелый пехотинец и штурмовик. Ну, все, начали. Так, сейчас надо сохраниться в самом начале, чтобы...
чтобы такой хрени больше не произошло, как у нас сейчас произошло. Блин, вот меня чем поразил XCOM, то что все было легко, и потом мы этот псих-хрень построили. Франция ждет нашей помощи, это срочно. Пришельцы атаковали крупный город. Надо помочь региону и жопа. По возможности сократить потери среди мирных... Настало просто. То есть, короче, я понял, что перед тем, как строить этот пси-комплекс, надо вот этих вот внеземные сплавы, короче. Ну, истребителей поменять, всех громобои поставить. Потому что эти старые истребители, даже с крутыми пушками, ну, они не валят. Центр, рейнджер вышел на точку. Штурм один к бою готов. Жду приказа на выброску. Подтверждаю, рейнджер. Ёпки, уже другая карта. Можете начинать атаку. Огонь вести осторожно. Внизу гражданские. Повторяю. Она что, спаунится случайно? В зоне операции гражданские. Так, вижу одного гражданского. Двигаюсь к точке. Ну, двигайся. Внимание, вижу противника. Так, вот этих трех мы видим. А, двое там, да? 100%, давай беглым. Конец лунатику. Отлично. Снайперы могли бы и закрыть. Блин, ну вот этого чувака, ну неужели никто не может прострелить? Ну ёпта! Снайпер просто тупорез. Эх, док. Так, а вот отсюда снайпер-то его видел, может, док его убьет. Не, док не видит отсюда. К сожалению... Блин, ну ракету туда давать вообще смысла никакого нет. Кто док? Ну что, ну сожрет он одного. Ну а так бы они там двух сожрали. Ну скотина чё. Вон еще такие же чуваки прибежали. Не, ну тут мы уже... Ой, там еще убивают. Тут-то мы уже более готовы. К 100. Давай, снайпер. Готов. Да, тут-то мы уже... Изи, бризи, лимон, сквизи. Так, давай теперь сотню этот. Вот и все. Ложись. Подождите, тут еще второй снайпер отрабатывает. Лунатик готов. Так, вот там наверху тоже. Сколько у тебя процентов? 80? О, отличная. Отличная процентовка. Блин, 6. Можно его поймать, кстати. Но я не хочу это делать. 80. Добивай. Мимо. Урон нулевой. Сколько? 39. И стрельбы на бегу нету. Ну ты, наверное, с этой точки будет лучше у тебя урон. О, 67. Отлично. Красава. Так, ну и, наверное, надо подбегать по максимуму. Ход пришел. А, ну зомб воскрес, это ерунда. Зомб это ерунда, так. Ну мы зомба сейчас снимем. Это все фигня. Ладненько, я, пожалуй, на этом... Блин.
этот выпуск и закончу. Большое вам спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.